И поэтому Чикаго смогут Олега задействовать в плей-офф спокойным образом. Все, как говорится, в рамках регламента. Тиротин по диагонали. Кущенко, Никитос. Мимо, но есть взлет-полет от Атаманкина и 2 очка. 2 очка из-под кольца. Ну что, тут и но чуть-чуть не хватило уверенности в своих силах. Ну а у Чикаго Никита Кущенко по 13-м сейчас как раз завершил эту атаку, продавил, додавил. В общем, все дело здесь. Волнин. О, хорошая какая двойка. Через такой размен в пол передача между двух соперников проскочил. Фолы находит. Ну и 4 на 4. Чернявский первый забил, второй забил, 2 из 2. А 24 номер, ну явно передача из-за спины от Никитоса. Вот все, попытка как-то сыграть сверхкрасиво. Есипов, браво, просто через центр, говорится, зашел в гости. А там Сиротин на Кущенко против Есипова. Ну Никита, конечно, в плане вот такой контактной силовой борьбы. Умею линию, которая, в принципе, имеет свою эффективность. А вот и конкурент от Юты. Величко промахивается по мячу, попадает. Соответственно, по сопернику 2 забил из-под кольца, плюс 1 сейчас попробуют оформить. Кстати, у Юта добавляются люди. Я вот тут смотрю на скамейку, здесь новые лица у Джаз, для меня, по крайней мере. Судя по всему, и, как бы, есть еще и новые лица. Кущенко 3 от Никиты. Вообще, нужно... Здорово на ногах защищался. Кущ на разгоне. Никита любитель вот таких вот, забрал мяч, пошел до... Ох. Чернявский, хороший показ, и дальше 2 шага, ну вот эта дистанция достаточно комфортная для него. Судя по очкам, на подборе полукруг мимо, Сиротин на мяче, Чикаго, 3 захода, но самое главное, заканчиваются они результативным итогом. Спасибо большое за то, что с нами full день практически провел, очень приятно всегда в твоей компании покомментировать. Но здесь сумка. Арайка загружает. Сразу же обратная передача. Ну вот, Дружков, слушайте, ну показывает Чикаго, что скамейки в виде тренера, в формате тренера, в виде тренера, как-то кривая какая-то фраза, управляет нападением. Чикаго, ну старается, по крайней мере, это понятно. Очень так аккуратно защищаясь, отбивается. Куч, посмотри на время, куда Никита? Никита! Ну, Никита... Никита в своем репертуаре, супер переход, и 2 очка забивает. Прыгунков с Лицко, хорошая двоечка, Лицко под кольцо, 4 секунды, 3, 2, Сиротин будет бросать. Очень, конечно, конечно, Прыгунков вечно опасен во всех этих моментах. Фастбрейк, передача через 2/3 корта. Попадает Величко, пытался там мяч, так замахнулся в душе, но махать до конца не стал. Классный транзишн уже от Юты Джаз. Очень хороший переход. Атаманкин из угла. Сложная атака получилась. Вроде как и 2 игрока Юты с ним были, но не сдался на Степа. Очень хитрый заброс такой за шиворот организовать. А сами Чикаго получают такую же ответку от Прыгункова. Фулл-корт ассист просто со своей половины. Практически слетчение Сиротина мяча на Кущенко. Саакян опять в окружении всех. Арайк зацепился от Бирков. Кущенко хорош. Ой, хорош Куш. Ой, хорош. Поймал Лицко на вылете. И пили Кущенко. Просто таранного типа парень забивает 2 очка с фолами. Ну, а Рыбалкина там приходится. Рыбалкина сажают пока. Ну, а Никита на линию штрафных отправляется. Так, ну, а у нас 7. Сиротин на Величко. Обратно на штраф. Саакян. Воу, дают ему коридорчик. Юта так немножко расслаблен. Всегда в эту борьбу прям навязывается с самого старта. Может быть, где-то ближе к концовке полноценно развернется. Есипов хорошо. Бирюзовой заходит в 3 секунд. Мгновенно получает передачу
А 33-го, ну и 24-33. С величка. Ну и сам берет завершение. Величка, браво, браво. Здесь пошел страховать партнера. И 2 очка. Всем болельщикам Чикаго, всем болельщикам Юты привет. Князев, хорошая защита, но даже на такую плотную опеку. Вот тут двойной заслон. Прыгункова в этот заслон ловит. Оу! Очень уверенный вход. Трехсекундный от Валерия. Лицко из-под кольца. 2 очка. 28-37. Дили. Все-таки берут на себя обострение в каких-то эпизодах. Чернявский. Очень тяжелый бросок из-под Князева и Величко. Кущенко Никита сразу встает на зад. Садно, что давно мы не видели Симонова у Юты. В этом тандеме они здорово смотрятся. Ну а пока Рыбалкин за Симонова. Тоже трешечку тут отправляет. Так, Биг Бой. Если Атаманкин сделает трипл-дабл, задоначу еще 25 рублей от Биг Боя. Спасибо, Биг Бой. Спасибо. Спасибо, Биг Бой. Спасибо. Спасибо за поддержку. Ну, если Атаманкин трипл-дабл сделает, это будет, конечно, очень крутой перформанс. Там не Чернавский, Чернявский, Величко. Оу! От Сиротина классная передача. И самое главное, знаете, вот в таких моментах, то, что нет никаких лишних ударов. Чернявский с контактом, с остановки. Ну, Чернявский немножко сменил. Сменил он до самого конца. Уже не первый раз с остановки на две забивает. Ой-ой-ой, Атаманкин тут спин-мув в кучу малу. Хотя разворачивался, но тем не менее разобрался с ситуацией. Рыбалкин разгоняется сам в лицевую. Здесь не успевают его закрыть. 37-43. Какой же Валера сильный. Сиротин. Тут у нас у всех есть фанат поля. За Сиротина. Домовой за Атаманкина и Величко. Ну, в общем, как говорится, фан-база поддержки для Чикаго. Активный. Ну, а Степа отправляется на линию. Величко шаг. Шаг атак. Владимир. Да, и Чернявский большой молодец. Вообще в прошлом туре, большой молодец. Вообще в прошлом туре, я уже говорил об этом, Чернявский был самым результативным игроком своей команды. И сейчас 19 баллов уже в активе. Даже 20 после второго. Для себя замену. Поднаелся. А вот в этих постоянных взрывных передвижениях. Волнин 3. Ну что, Юте надо отдать должное, особенно Прыгункову. Да? Убирает мяч. Есть второй заход для Чикаго. Саакян на противоход, но здесь поднаелся, мне кажется, Прыгунков, и поэтому не пытался усложнить этот проход подряд. Реверс очень красиво выкручивал, Князев добивается все-таки результата, несмотря на промах Сиротина. Ну и Чикаго в целом, конечно, довольными выглядит. 10 секунд, можно подождать, но нет, решают разыграть быстро. 6, 5, 4, есть. В плане бросков таких статики со штрафного у него более-менее работает бросочек. У Сиротина вот это действие, когда именно динамика происходит, и он как-то там зажимается. Здесь же без помех. Да, ну и пошел Сиротин опять на скорости. Проваливает, знаете, вроде как скорость включил, но в последний момент замедлил немножко вот это вот шаги свои. 10. Лицко с остановки на 2 попадает. Сева. Оу, какая скидка от Сиротина. Атаманкин не забил. Очень жалко, что не с первого захода. Князев, конечно, большой молодец, что подстраховал. Но какая передача. Так под руки выбивает этот мяч. Волнин. Ну, они убегут. Однозначно в тандеме Сиротин и не пытался сейчас гоняться за кем-то. Как бы, да. Атаманкин перехватывает 1-1 с кольцом. Нет, не на 1-1. Там Чернявский дорабатывает, в принципе, в защиту. Но Атаманкин через контакт все-таки попытался развернуться. Мяч из руки улетает. Лицко догоняет. 3-2. Два засчитано. И... Жал, заставил за край площадки выйти. Замена.
Евсеев возвращается на паркет. Попытка управлять командой, знаете, вот мне кажется, управление сейчас, которое Тёма пытается выстроить, это называется машина, у которой как покатится, так покатится. Прыгунков, хороший перевод какой. А вот посмотрим, Чернявский, три! Ну что, Чернявский сейчас говорит, так, кто там, смотрите, получите. Раик, вот как-то широко решили Юта распределить персональную защиту, прям раз Чикаго, и в итоге там, пока разговаривали, Раик один в один додавил. Так, а здесь Рыбалкин треху, два дальних попадания, получили какой-то эффект, потому что Рыбалкин с первым броском не справлялся, только со вторым. 58-66, плюс 8. Чернявский пытается освободиться, но пространства нет. Хорошо, Евсеев подстраховывает свою молодежь. Рыбалкин из угла. Тайм-аут. Поэтому приходится сейчас надеяться на то, что Араек тут будет не особо точен. И преимущество какое-то команда. Просто, я просто, ну не знаю, это я не могу понять, объясните. Прошу меня простить, не могу понять и объяснить. Прыгунков залез под больших, выбивает у него мяч. Чернявский, треха, туда! Ой, Чикаго! Ой, Чикаго! Ну, мяч отдали там уже Величко, поэтому замену не разрешили. Ну, а Величко забивает, и тайм-аут просит Прыгунков в случае забитого второго. Забивает Величко, тайм-аут, Юта. Ну, 5 очков. Нужен прямо...